Здравия, други! Сегодня хочу снять обзор более подробный, основательный про мой новый фэт. Это украинский фэтбайк Pride Donut 6.2. А для начала немножко предыстория, короче. Ездил на китайцы. Вроде все нормально было, все устраивало. С братом спорили до зеленых соплей, чуть ли не до драки, о том, что не нужен дорогой велосипед, достаточно китайского. А потом случилась неприятность, у меня залетел в кочку. Причем залетел, ноги убрал с педалей, короче, и жопой, получается, сел в такую нормальную кочку. Почувствовал, что что-то неладно, разобрал заднее колесо, оказалось, что погнул, короче говоря, ось. Ось выглядела вот так. Ну и сейчас она так выглядит, велосипед дома. Были претензии к нему, к китайцу, как бы с самого начала. Ну там уже начал его апгрейдить. Через 500 километров у меня полетела трещотка на нем, мне ее поменяли. В Даблспорт, кстати. Вот. Ну еще там нюансы, грипсы, шмипсы, там много чего, сидуху поменял, там обвес, получается, весь поменял. И все равно где-то оставалось внутри, где-то там вот засвербело немножко уже тогда. Потом попробовал, прокатился на найнере брата. Понял, что меня все время спрашивали, тяжело ли крутить педали на фэте. Я всегда отвечал, да нет, не тяжело, пока на найнере не прокатился. Тогда понял, что на самом деле на фэте тяжело крутить педали. Короче говоря, последней каплей было то, что погнул все-таки ось, и поэтому решил себе купить новый фэт. Собирался, уже настроился купить наш российский стелс-навигатор. Хотел купить стелс-навигатор с братом, там это позвонил брату, он говорит, нахрен тебе навигатор, типа нахрен тебе стелс, покупай хохлядский прайд. Короче, в итоге оказалось, что в Даблспорте как раз есть Pride, украинский велосипед, вот этот. Полазил по интернетам, поискал обзоры, ничего внятного не нашел, никакой, вот чтобы прямо подробной информации, что да как, в общих чертах как бы. В итоге ехал в магазин в смутных сомнениях, что рама маленькая, что там вместо не кассета сзади, а трещотка, ну на самом деле все оказалось. Все хорошо. В итоге купил. Цена сейчас со скидкой 27 360, что ли. Вот. И только вышел из магазина, только я на него сел, сразу понял, что в чем разница между дешевым китайским велосипедом и нормальным. Это, наверное, еще и не самый хороший велосипед, судя по цене. Там следующий ценник 70 тысяч. Но разница ощущается просто очень сильно. Вот, и сейчас подробнее хочу показать, как бы рассмотреть более подробно в деталях велосипед. 18-дюймовая рама, у меня рост 185, мне как бы подходит вообще нормально. Гордость быть диким, обратите внимание. Швы, вот я как сварщик сразу обратил внимание, швы не чищенные. Как есть, как бы машинная сварка, видимо, автоматом, наплывы вот эти оставлены, усиление. На некоторых велосипедах есть это зачищено, это плохо, усиление снято, как бы здесь мощнее. Мощная алюминиевая рама, здесь нужно обратить внимание тоже спереди, между собой, вот эта верхняя и нижняя рама проварена, это хорошо, есть эта жесткость, то есть получается вот это вот все одним блоком. Плюс снизу приварена косынка. Причем она не полностью, вот она как выглядит, то есть еще дополнительное усиление, все четенько проварено. Вот, это что касается рамы. Передняя вилка жесткая, без амортизаторов. На этом велосипеде, на фэте, роль амортизаторов выполняет колесо. Большой профиль, высокий, позволяет, как бы съедает все кочки, сглатывает. 26 дюймов. 26 на 4 резина, 26 дюймов колесо, плюс 4-дюймовая большая высокая резина. Ну, это в принципе на всех фэтбайках такое. Дисковые тормоза механические, шимановские стоят. На сайте, по-моему, было написано, что здесь не Шимано тормоза, что-то другое. Но в итоге
я купил вот тут, видно, Шимана. Не самые дорогие, плюс механические, диск передний 180 миллиметров, сзади стоит 160 поменьше. Продавец в магазине сказал, что тормозить нужно, оттормаживаться передним колесом, передним тормозом. Покрышка, колесо с дырками, как уж они там называются, это сделано у одного чувака на канале, видел, он говорит, типа, чтобы облегчить. Намного тут облегчили. Дело не в этом, дело в том, что при езде зимой приспускают колесо, чтобы не провернуло внутри камеру, делаются вот такие вот штуки, дырки. Сзади стоит кассета на 9 скоростей. Переклюк шимановский Асера задний. Спереди вот это вот, я не помню, как он говорил, продавец, я небольшой специалист. Спереди переклюк тоже шимановский Альтус Оливио. То есть на моем, на китайце стояло самое дешевое какое-то говно. Вот. Передний переклюк тоже шимановский. Причем вот тут тоже надо посмотреть. Крепление переклюка переднего, он крепится на каретку. Не знаю, это везде так, не везде. Вот на каретку, не на раму. У брата было сделано на раму, переключатель стоял здесь на каретке. Наверное, это хорошо. Шифтеры стоят. Тоже шимановский Альтус. Передний и задний. Ну, соответственно, передний на 3 скорости, задний на 9. Брат подсказывает, не моноблоки, по раздельности сделаны. Монетки отдельно, тормоза отдельно. Мне так больше нравится, если что. Не знаю, как тоже это хорошо или плохо. Штырь подседельный. Тоже нужно обратить внимание. Сразу же длина большой, 350 что ли. 350 миллиметров штырь и плюс крепление сидушки. Ну, такое уже посерьезнее. У китайца стоит на, не знаю, как это называется, крепление. Ну, короче, стоит попроще все. Здесь уже получается удар приходится не на штыре, а у китайца на штыре это все висит. Ну, короче говоря, сидуха сама спортивная, достаточно жесткая, на силиксе, видимо, гелевая. Вот. Педали на квадрате, каретка на ось каретки квадрат. Педали тоже алюминиевые, как продавец сказал, тяжеленькие. Сами педальки пластмассовые, дешевые. Ну, тут как бы комплектация стандартная, можно заменить. Ну, вот так вот. 3 скорости спереди и 9 скоростей сзади. 27 скоростей получается у велосипеда. Катафоты сразу висели, светоотражающие. Два на колесах, два сзади. Все в комплектации шло. Руль. Тут тоже важно. Руль на 620 миллиметров шириной. Вот такой вот, немножко изогнутый. Не знаю, тоже как-то это же называется все. Ну, я пока лошара не помню, как это все правильно назвать. На широком руле ездить, как оказалось, гораздо удобнее. На китайце стоял маленький, на 520. То есть мало того, что сюда влезет на руль все, что нужно, там можно навешать до всяких прибут, там камеры и зеркала, и звоночки, и гудочки, и все на свете. Вот. И кроме того, рулить гораздо удобнее. Грипсы тоже стояли, эти же, ничего не менялось. Грипсы очень удобные, езжу хорошо, руки практически не немеют. Вот так вот. Инвалид, блядь! Поуёбывался, блядь! Ну как так туда? Вот же я бы нет, но по этой стороне нет. Педали, педальная группа, как правильно называется такое? Педальная вот эта система разборная на бонках. Система шатунов, то есть можно будет поменять звезды съезд, можно будет поменять звезды отдельно, например, одну из трех звезд. Мощные шатуны сами, достаточно классные, прямо душа поет. Сантур.
Ну вот так вот, в общем и целом. Украинский фэтбайк Pride Donut 6.2. Вроде все подробно показал, рассказал. После китайца в комментариях напишите мне, кто видел художественный фильм «Хон Гильдонский» на театре. Вот. Те, кто видел, меня сейчас поймут. В старые добрые советские времена был такой фильм «Хон Гильдон», когда чувак там сначала прыгал по деревьям со свинцом, привязанным к ногам, а потом снял его и стал просто деревья перешагивать. Так вот, после китайца, когда садишься на прайдовский велосипед, ощущения точно такие же. Он просто не чувствуется под ногами, ты просто летишь и все. Плюс все преимущества фэтбайка, которые так очевидны, как бы амортизация за счет колес, зимняя езда, как бы до зимы еще доживем. Я планирую зимой попробовать покататься, что это будет. Пока по песку идет, как по асфальту, в горки лезет, только в путь. Вчера, когда купил, ехал, просто орал всю дорогу, потому что, да. Вот как тот Хон Гильдон. Обязательно в комментарии напишите, кто этот фильм в кинотеатре смотрел. Потому что у кого не спрошу, никто не знает. Вот так вот как-то. Отличный велосипед. Не очень известная как бы фирма получается. Посмотрел по интернетам, отзывов не нашел. Про фирму не очень много. Хотя у них прайдовских велосипедов достаточно много. Ценовая категория примерно в рамках таких же, как наш российский Stealth. И кто еще? Stealth и Forward. Наши фирмы, как бы российские, украинские, ну, примерно так же, где-то в этой же цене. Вот такие дела. На этом все. Всем спасибо. До свидания. Завязывать.